разговаривал с Егором Соболем, который тоже был инициатором этого закона и сегодня, да, спивавтором. Я с ним как-то ходил по Михайловской площади, и мы обсуждали про иллюстрацию. Я говорил, ты понимаешь, говорю, если вы затеете иллюстрацию политическую, это не будет иметь никакого смысла. И, в принципе, наверное, эта иллюстрация, такой, как в Чехии, как в странах Балтии, назвать нельзя, потому что вы пропустили время. Опоздали. Мы просто опоздали. Уже нет коммунистов. Противники КГБ. Самое главное в иллюстрации, если вы ведете туда механизм человеческий, внимание, послушайте меня, когда какой-то комитет, какие-то люди будут определять, имеет право человек, либо не имеет, вы получите не иллюстрацию, вы получите разборки одних с другими. Самое главное, это вести иллюстрацию критериальную, как в Грузии, которая даже иллюстрация не называется. Знаете, что критериальная иллюстрация? Это вот работал до 2014 года, уходи. Он говорит, так пострадает же огромное количество так людей, которые не виноваты. Я говорю, хорошо. Эти люди должны принять эту жертву и сказать... Я тоже ухожу. Сергей, пусть стране будет лучше. Так и написано. Если есть критериальная иллюстрация, ее стоит проводить. Сергей. Если нет, Сергей. Вы не проведете. Сергей, нам нужно будет постоянно менять дату, потому что у нас новые приходят, а лучше не становятся. Это не физическая борьба. Послушайте, пожалуйста.